15 января стартует прием работ для участия в 4-м открытом конкурсе художественного перевода. Объявили его Магаданская областная универсальная научная библиотека имени Пушкина и Северо-Восточный государственный университет. Принять участие в состязании может любой желающий. Возраст, образование, место проживания, профессия, род занятий и степень владения иностранным языком не имеют значения. К участию приглашают переводчиков прозы и поэзии с английского, немецкого, французского, китайского, японского и ивенского языков. Прием работ продлится до 30 апреля. С положением о конкурсе и текстами для перевода можно ознакомиться на сайте Moonbrew в разделе «Конкурсы».